Опа. Я вам скажу, в преддверии дня 8 марта, как в Royal Flower в центре на углу, бежит парнишечка с утра с азартом. Он хочет сделать милый тот лихайн, чтоб улыбнулась роза не случайно. И я лет 10 так тому назад брал 3 обхвата белые тюльпаны. По подхода по 3 года окольцована свобода. Это вовсе не тюрьма, это молодость моя. Ведь задурманила мне голову мою блондинка Маша как-то в стратосфере. Хмельной роман, он вовсе ни к чему. И тут брюнетка Женька, как с картинки леди. Да и с Евгенией не все срослось. Эмоции любила дама очень. Да пусть и хует, коли ей не вмочь. И мой подход на этом был закончен. По подхода по 3 года окольцована свобода. Это вовсе не тюрьма, это молодость моя. Уверен, времечко неплохо то прошло. Приколов множество, забыть их будет сложно. Чтоб драмы не писать нам, как в кино, врубить всем фары, мужики, придется. Не исключаю жизненный момент, что вдруг подъеду на авто цветочный, где мне флорист Анюта даст букет. Вновь для шатеночки, но нынче осторожно. По подхода по 3 года окольцована свобода. Это вовсе не тюрьма, это молодость твоя. 2 подхода по 3 года окольцована свобода. Это вовсе не тюрьма, это молодость моя. Привет. Привет тебе.